Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Ой, у нас меняется погода. Сейчас у нас будет самое интересное. Мы вот с Катей будем потрошить, вскрывать вот эту чудо-теплицу, которую я заказывала. И чтобы не удлинять видео, я вам сразу скажу, что я вчера сняла очень подробное видео, где рассказала, зачем именно мне понадобилась вот эта чудо-теплица, когда у меня есть много больших теплиц. Чтобы не повторяться, я просто ссылку к этому видео выставлю. В описании к этому видео будет ссылка на вчерашнее видео. Кого интересует что-то, посмотрите, там я все-все-все рассказала. И еще, чтобы сразу не отвечать на многочисленные вопросы, я в этом же описании к видео расположу ссылку на тот сайт, где я заказала. И там вы можете все подробности узнать. И по цене доставка бесплатная. Я не знаю, как в других городах. Это же алтайский производитель. У нас в нашем городе есть вот их пункт Хозмаркет на улице Васильева, 63. Если кто в Бийске захочет, например, имейте в виду, что есть представительство вот этого агронома. Если на сайте вы закажете, то вам привезут бесплатно в наш город, а из магазина уж со стройки, с Васильева, заберете сами. Ну все, сейчас начнем вскрывать. Я покажу и сама посмотрю, и вам покажу, из чего же состоит чудо-теплица, и что, почему она чудо. Вот первый полиэтилен мы вскрыли, и оказалось, что она состоит из двух коробочек. Так как я сказала, что буду все подробно показывать, я сейчас вам покажу. Написано «Сибирский агроном РФ», это название сайта. Потом идет «Простая сборка, ходи в полный рост, ранние овощи без химии, уникальный материал тенда». Ну, это все еще раз, это вот «Человечек, ходи в полный рост, простая сборка». Так, проверено Сибирью и в любых условиях. Ну, тут как небольшие, как это, ну, такие как бы, на что заострять внимание. Сейчас посмотрим, что в первой коробке, а что во второй. Так, сейчас подождите, я открою, а потом снова сниму. Так, первую коробку вскрыли. Тут такая пакет мягенький, что-то мягкое. Но тут, походу, только ткань. Написано «Инструкция по накрытию каркаса». Телефон. Это, наверное, для тех, кто не сможет сам собрать. И каркас, наверное, в другой коробочке. Сейчас вторую откроем. Во второй коробочке сам каркас и инструкция. Сейчас посмотрим, что написано в инструкции. Сложно ли собирать? Сможем ли мы с Катюшей собрать этот каркасик? У нас в этом году такая весна, хотела сделать такую вставку, отступление лирическое. У меня вот Катя помогает мне в огороде работать. И смотрите, как уже какой загар. Люди так обгорели, я-то не раздеваюсь. Как показать? Смотрите, какой апрельский загар сибирский. Бывало такое когда-нибудь или нет? Все посгорели. Мужики, которые теплицу собирали, муж, сын, тоже все сгорели. Вот нынче год так год. Сейчас будем читать. Сейчас я мельком прочитаю инструкцию, но собирать мы сегодня, конечно, не будем. Смотрите, что у нас творится. У нас стаканчики по огороду летают, у нас сейчас томаты надо укрывать от ветра. Короче, наступает какая-то штормовая погода, и, скорее всего, после этого, наверное, будет немного похолодания. Так, ну, компания «Агроном», Барнаул, 2019. Я уже говорила, что это вот наш алтайский производитель. Продукции этой компании я пользуюсь давно, потому что у нас и сильно выбора нет. Ну и все-таки то, что местный производитель, это большую роль играет. Я, если вижу товары местного производства, то стараюсь выбрать их. Тут написано, что перед сборкой, это я вам не буду читать, ознакомиться, надеть перчатки, разложить элементы. Все тут, смотрите, рисуночки и как называется, профиль P1, профиль P2. Это чтобы, наверное, когда собирают, если нет, например, мужчины, и, конечно, никто не будет профессионального сборщика на такую тепличку. Я-то вот хочу сама собирать, но я соберу это точно. Я люблю такие лего. У меня сын говорит, теплица – это лего для взрослых. Люблю такие лего собирать. Что нужно? Шуруповерт есть, плоскогубцы есть, как бы перчатки есть, рулетка есть и лопата штыковая. Все у меня есть. Так, дальше читаем. Ой, извините, тут ветер вообще. Сборка.
Вот сначала сборка продольных направляющих, это ясно, все ровные сначала собираем, потом вот показано правильное положение крайних профилей, узел сборки направляющих. Есть чертежи очень подробные. Я когда буду перелистывать, буду лучше выключать камеру, а то вам землю, наверное, черную неохота смотреть. Да, тут, конечно, инструкция вообще как для первоклассников. Рисуночек, как арочную часть собирать, потом как боковую часть собирать. Все как скреплять. Все дуги, все профиля очень-очень подробно. И в конце, как собирать основание каркаса. Ну, посмотрев беглую инструкцию, я уже поняла, что собрать может даже пенсионерка на 8-9 году жизни. Ну, тут все-все вообще, все так разжевано, как я люблю рассказывать про растения, так про эту теплицу. И в конце, ой, я извиняюсь за этот ветер, он мне помешал. В конце гарантийные обязательства. И еще мне, знаете, что понравилось? Я люблю, когда производитель указывает свой точный адрес. Очень часто, заказывая товары в интернет-магазине, мы можем увидеть там только адрес сайта и адрес электронной почты в крайнем случае. Но еще телефон могут дать. Здесь вот указано, смотрите, город Барнаул, индекс улица Островского 27, квартира 29. То есть указано реальный адрес существующий. И это подкупает, потому что, значит, производитель не боится обратной связи, не боится, что в случае претензии покупатель может заявиться прямо к нему по этому адресу. Ну, короче, это еще раз говорит о том, что, скорее всего, качество хорошее. Скажу сразу, я ни разу такой чудо-теплицей не пользовалась, я уже говорила. Купила впервые, купила для определенных целей, именно вот для того, чтобы устроить высокий тоннель, в который можно заходить в полный рост. Я еще говорила весной, помните, когда у меня была задумка, я говорю, вот вырастить бы большие, но мои тоннели низкие, вот было бы так, чтобы зайти туда можно было. И как раз я нашла в интернете вот именно тот вариант, который нужен мне, ну, как по заказу. У меня нынче все как по заказу, весна как по заказу, когда я, помните, греющую ленту устанавливала, я говорила, ой, рано бы, да без морозов, и все так получилось. И нынче какой-то такой очень хороший год, что все, что я не задумаю, все получается. Я надеюсь, с этой чудо-теплицей тоже все получится. Как вы видите, снимать очень длительные видео нет никакой ни возможности, ни времени. Я очень занята. И поэтому я лучше вам в описании к видео дам ссылку. Сейчас все сидят на карантинах. Время много свободного. Зайдите на сайт, прочитайте характеристики. Я бегло там прочитала. Там и ткань какая-то у них особенная. И вот эти каркасы усиленные. И если кому-то что-то надо, можно даже позвонить, узнать. Не стесняйтесь, звоните на сайт, спрашивайте информацию, какую вам надо. Вот я перед тем, как греющие ленты, например, позвонила несколько раз. Прям гендиректору вот этой уральской усадьбы. А когда теплицу-то заказывала, я вам говорила, после каждого изменения что-то придумки, я звонила и звонила. Вообще 5 или 6 раз звонила. И это нормально, когда покупатель, выбирая хоть дорогой, хоть дешевый товар, он хочет выбрать именно то, что ему нужно, и он хочет заранее знать, будет ли соответствовать вот его планы, его мечты с реальностью. Поэтому заходите на сайт, смотрите информацию, звоните туда, узнавайте. Если в этом году, конечно, может быть, кому-то уже поздно, я вот успела заказать, и то я ждала неделю с Барнаула. Может быть, вы присмотрите ее на следующий год. Я обещаю, что я все лето буду, как это говорится, какое-то слово, мониторить всю эту ситуацию. Я буду вам рассказывать, как там идут дела, понравилась мне она или нет. Многие видят, что товар качественный, но боятся, что ее удует ветром. Об этом я тоже вам буду говорить. Единственное, что собирать в ветер, конечно, ее не очень удобно. Я вот сразу говорю, что сегодня я не буду собирать, потому что у нас очень ветрено. Завтра с утра пораньше встанем, если ветра не будет, попробуем искать и собрать. Так как уже мужчин у нас дома нет, все, вышли все на работу. Но сами, и я вам тогда уже точно скажу, сможет ли бабушка-пенсионерка собрать самостоятельно этот каркас, или лучше на это не надеяться и привлечь других людей. Отдельно для жителей моего города, вот именно для бельчан, я скажу, что
Нам, конечно, проще всего. У нас Барнаул рядом, доставка быстро. Можно получить вот в этом хозмаркете. Но и еще хочу приятный бонус для остальных жителей России. У них на сайте написано, что доставка по России в любую точку бесплатно. Это очень приятно. И еще в апреле у них были скидки 15%. А возможно, кто не успел заказать в апреле, в мае, может быть, вообще будут скидки. Так что интересуйтесь. Я вот всегда раньше делала. Я покупала в сезон скидок именно на будущий год, потому что в разгар сезона цены, как всегда, поднимаются. Все, до свидания. Мы сейчас будем укрывать свои томатики. Сегодня нам не до сборки теплицы. У нас сегодня спасаем население вот это, потому что их вот так вот крутит-вертит. Будем сейчас тоннели закрывать.